Привет, с вами Белякова Алла. Хочу показать вам наш гостевой дом. Это вот вид из окна. Мы сдаем его путешественникам на букинге. Дом состоит вот из двух частей. Вот это вот первая часть дома. Здесь есть стиральная машинка. На полочке все есть. Стол. Холодильник, чайник. Вот это санузел. Хочу вам санузел покажу. Вот такой вот вид. Здесь душ, помыться. Вот такое все новенькое после ремонта. Можно приезжать. Это вот стол. Вот такая плита. Раковина, горячая, холодная вода. Здесь бойлеры. Да, и дальше вот такая большая комната. На четверых человек. Здесь могут разместиться, ну, еще и дети на раскладушке. Диванчик здесь прям пахнет новым. Телевизор, музыкальный центр, книги. Здесь все поменено. Новый линолеум, новые окна, новые стены, занавески. Вот такой у нас дом первый. Первая студия. И пойдемте покажу следующую студию. Здесь свет выключаем. Свет вот так выключается. Другая студия. У нее другой вход. Сейчас вам покажу. Здесь еще будет крыльцо. Крыльцо пока не доделано. Вот здесь вот. Это наша собака Лика. Здесь вот доделаем, утепляем кухню, чтобы зимой было тепло. Здесь вот еще немножко недоделано. Это вход во вторую квартиру, во второй номер. Вешалочки под обувь, зеркальце. Здесь вот кухня. И здесь тоже плита, горячая, холодная вода, чайничек. Так. Полотенце у нас, завтрак включен. И санузел. Хотела показать. Вот так он выглядит тоже. Все новое. Бойлер, горячая, холодная вода. Здесь душевая кабина. Вот так. Пойдем покажу дальше. Это я. Да, вот это вот сама комната вторая. Она из двух комнат стоит. Тоже при входе зеркальце. Тут диван раскладывается. Один или два человека могут спать. Здесь телевизор тоже. Это печка. Русская печь. Здесь есть. И еще вторая комната. Сейчас включу свет. Вот так она выглядит. Здесь большая кровать. Чистое новое белье. Шкаф для одежды. Жалюзи. Вот. И, соответственно, вот здесь такой двухкомнатный номер. Вот. И выход. Отопление электрическое в доме. Здесь вот так можно посидеть. Место для курения. И сразу цветник. И здесь еще вот беседка. Сейчас вам покажу. То есть, когда люди приезжают, бронируют, здесь они... Мангал. Мангал закрыт, правда. Фирменный мангал у папы. И вон здесь вот люди сидят. Но тут сейчас строительные, тут всякие моменты у нашего папы. А вот такой терновник у нас еще.